Разделяй и властвуй. Кто-то из селян знает, что случилось с моей сестрой 12 лет назад. Кажется, люди голодают. Дай им муку в обмен на информацию. А с девчонками как быть? В роли книготорговца я могу выследить и устранить их. Ты пытался. Тебя обвели вокруг пальца. Одной силы мало. Надо напасть, когда они слабы. Когда с ними нет этой рыжеволосой. Да, мой князь. Наш лыжный праздник пройдет в выходные на склонах горы Хитерфилд. Собственно, это вулкан, который дремлет уже многие столетия. Мне кажется, Мэтт на меня запал. Почему ты так решила? Он отводит взгляд. А может, зря мы отказались? Говорят, в лыжном центре кормят вкуснее, чем здесь. Айлин, здесь тарелка вкуснее содержимого. А где та новенькая, которая по обмену из Швейцарии? Может, мы ее не заметили? Ого! Да! Вот эта девочка! Нет, не заметить трудно. Тебя больше Мартин доставать не будет. Спасибо! Говорит, что одежду шьет сама. Мол, ее свитер связан из кашемир от меха бабушкиной козочки в Альпы. Не верю, что акцент настоящий. Да, наверное, насмотрелась фильмов со Шварценеггером. Обдала меня презрением, что я не читала Гёте в оригинале. Ух, я бы ей скормила всю библиотеку без соли. А вчера Мартин не играл мне на банджо серенады. Видите ли, пёк пирожки для Сондры. Слыхал? Сондра будет на лыжных покатушках. Привет, детки. Детки? Это мы, что ли, детки? Детки, мы поедем на базу. Ты же не любишь лыжи. А выскочек я не люблю еще больше. По-моему, мы делаем глупость. Может, будет прикольно? Вил мне сказала, что она даже с санок падает. Если в каждой руке по палке, как поправлять прическу? Вам не нравятся лыжи? Точно. И новенькая. Точно. Точно. Поэтому вы едете с ней на лыжах. Точно. Из этого вышел бы хороший лук. Но надевать такое на ноги и катиться по склону вулкана... Это называется развлекаться. Ну не ехидничай, Ирма. Ведь в мире Калиба веселья нет. Очень даже есть. Мы веселимся. Диверсионные вылазки повстанцев в национальном клоунском прикиде. Merci beaucoup, mes petits garçons. Mm.
Ну уж, дудки, птигарсонов без боя не отдадим. Спасибо, Мэтт. Привет. Ирма, предмет твоей страсти. Извини, я должен отнести какао Сондре, пока не остыло. Мэтт, вот не ожидала. Ты лыжник? А, верно, ты спортсмен. А не хочешь скатиться за мной? Ой, со мной. С радостью. Правда? Только позже. Я помогу Сондре с ботинками. Есть, Мэтью. А кто подружка? Я Вил, Сондра. Ты видела меня на уроках истории и физики. Я не есть помнить каждый всякий. Ты катать лыжи на кривеньких ножки. Но ты же, Сондра, квакаешь со своим кривеньким умишком. Ну, Вил. Что ты сказать? Ты потеряешь свои козьи штаны, пока меня догонишь. Тогда будем делать соревнование. Кто победит, сидеть с Мэттом обратно. Годится. Девочка. А ты не лезь. Помните, дети, кататься только по северному склону. Не пытайтесь пройти трассу самоубийц. Лыжню! Посторони! Стой, стой, стой! Хайлин! Хайлин! Нет! Тащусь от Хайлин. Ей все нипочем. Парни и мнение чужое. В перспективе инвалидность. Мне нужны твои шарф, шапка и свитер. А есть лишние перчатки? Закрой свое лицо. Нам ни к чему паника. Ты забит. Надо какао. Бабуль? А что ты тут делаешь? Упросил меня подвести мальчишество. Говорили, не веселимся? Вы не видели меня на лыжах. Лыжи? Скорее доски из палубы Титаника. Они хорошо послужили мне в Китае. Судя по виду, они послужили еще Чингисхану. Я захватила и вторую пару лыж. Пожалуй, тоже разомну кость. Рехнулась? Гоняться с Сондрой? Она из Швейцарии. Там все с пеленок на лыжах. Сама сказала, лыжница ты еще та. Да, но я отпадная стражница. А победительница сядет в автобус с Мэттом. Но сила нам всем дана, чтобы бороться со злом, а не с глупыми девчонками. Поверь, она само зло. Порядок. Теперь я готов развлечься. Да, думала развалиться раньше. Друг, лыжи для лохов. Попробуй это.
Это скользилка. Не знал, что тут в ходу скользилки. Привет, какая встреча. Говори, где рыжая девчонка. Седрику нужна Этель. Извини, она в Дании, далеко. Раз ты управляешь воздухом, лети надо мной и не дай мне упасть. Ты думаешь, это честно? Надеюсь, нет. Но по-честному мне ее не победить. Да, не благородно. Но ты не знаешь ее. Кажется, я обойдусь и без тебя. Я боюсь. Где твой глупенький подружка? Фил научился. Катался на глинистых обрывах. Вил еле стоит и думает победить. А где Хайлин? Вил, это ты? Я готова. Какой порядок? Ты первый, я второй. К финишу поменяемся. Слушайте, зачем эти глупости? Сядем в автобусе все вместе. Скажи вперед. Вперед. Жди, я в автобус, Мэтт. Что она делает? Сегодня заячий рагу отменяется. Только не это! Сондра, не вздумай! Дело плохо. Вил, я тебя не вижу. Укрытие! Все в укрытие! Алина! Спасаемся! Вил, извини, не ушиблась! Там был зайкой и большой злобный... Такой злобный! Много снега я растоплю, но без вил и трансформации нам отсюда не выбраться. Расширишь грот? Никак! Не получается!
Без трансформации моя власть над водой не сильна. Все, как сказал Фобос, порознь вы беспомощны. Здесь Бланк, есть еда? Ты откуда? Злой змей, хватать Бланк! А, где девчонки? Не скажу, замурую Бланка. Рыть, рыть, рыть. Но тут скала, горы. Рыть, рыть, отдых. Рыть, рыть. Да, вулкан, точно. Полно трещин и всяких туннелей. Ищи Ирму и других. У тебя нет заклинаний, чтобы растопить лед и снег? Мы не ведьмы. Это первые буквы наших имен. Рыть, рыть, рыть! Привет, вы все целы? На лыжи и приседай на поворотах. Не смогу, я свалюсь. Свалишься, ползи в сторону вилл. Так, готовься, сейчас тряхнем. Мы едины! Ирма, устроим змеюке контрастный душ! Огонь! А гамак можешь? И что мы с ним сделаем? Предлагаю подкинуть в сумку Сондри. Я что-то не понял. Оказывается, растяжение связок от акцента избавляет. Только сухая чистка. Говоришь, ручная работа? Да, тебе, похоже, надо в Кранкенхаус. Что еще за Кранкенхаус? Больница. Не знаешь немецкий? И имей в виду, кашмирских коз в Швейцарии нет. Или ты с Гималаев спустилась? Какая разница? Как только дозвонюсь предкам, сменю школу. Подумаешь? Сядем впереди или сзади? Ну и что, что у меня нет глупого иностранного акцента? Ну и лоходром тут был. Это да, горная лохудра. Не таких обламывали. Вы что, не слышали? Она гонит. Но лучистые глаза и шелк волос настоящие. Тут нет порталов. Значит, он не вернулся на меридиан. Выходит, змей где-то рядом.